он сколько? Твоими ты призываем, Сыни Христова, Господников, помилуй. Милосердие, двери, отверзи нам, благословенно Богородице. Надеющийся на тебя, но не погибнем. Дай Панце, да благодетим и спаси рода христианства. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благи. Пройдящие в машине при грешении нашего, Сыне Божьем. Волей Богу, берегу тепло, не сбеги на крест. Дай Панце, через толпа, благодарство, крепкий радости исполнится спасено, ущелье спасибо, милосердие, сущие источники, милости в половина здоровья, призраки совершившие, не покинулось на тебя бывающих, радость обогибших иногда говорит, бесплотный хаки страни, Господу помолимся, Господи, помилуй.
Господом, царю небесный, утешите любящие истины, жизни без лети, вся исполняйся, кровище благими близко подачи. Приди, свистами, очистни от всяких сверх, что ты власть. Право вечный Бог, и на земле мир, что мы все благословили. Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill for good. The Lord, open thou my mouth, my lips shall show forth thy praise, always, now, and ever, and ever, and ever. Let us live in walk and us exalt. Let us adore thee, Lord, be blessed, and God, and you know. The actual Lord God, in this kingdom, always, now, and ever, and ever, and ever, and ever. Воинствия, Господу помоги.
не яко обладанием вере вашей, но яко с поспешницей есмы вашей радости. Верою постоите, суди же в себе сие, не паки скорбью к вам прийти, а с вас скорбь пребывал, что кто есть веселяя меня, очень приемлем скорбь от меня. Ибо писак вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь приму. Они же подобавшим и радоваться, надеяться на всяк вы. Яко моя радость всех вас есть. От печали бо многие, и туди сердце написав вам многими слезами. Не яко, да оскорбитеся, но любовь, да познаете, юже има и забино к вам. Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
всегда были пресно, и волей свету. Oh.
епископа Филадельфийского и Восточно-Пенсильванского и господина Преосвященнейшего Прокла, епископа Тихвинского, приносящи святые постыдны, мирны,
и доброго ответа на страшном судище Христове роди. Духа и спросивше, сами себе и друг друга, и бежи вот вас, Христу Богу предати. It was time to leave Russia, and in the basement of the cathedral there was another church service taking place. Mass baptisms and chrismations of new Orthodox Christians, reminiscent of the early Christians in the catacombs being baptized in the first days of Christianity when persecutions of new believers occurred. The pilgrims from America upon leaving Russia could not help but observe the deep faith and piety of believers in Russia. The Russian Orthodox Church had suffered so much over the past 70 years. Metropolitans, bishops, priests, monks and nuns, along with many faithful, had been killed or sent to harsh labor camps. Churches, cathedrals, and monasteries
had been destroyed or turned into storage sheds, and the Second World War had left 20 million dead. The past 70 years was like a crucifixion, and now it appeared to be the beginning of a resurrection. And how wonderful that the pilgrims from America, with Bishop Hermann, observed and experienced this transfiguration during the millennium year of the baptism of Rus'.